Привет, и тут привет. Вот на заграничных каналах увидел такую ерунду, в Алиэкспрессе продают под грибочки. Вот такие вот ставят ерундистики. Вот. Для того, чтобы более как бы правильно, что ли, или как это выразиться, не поднималась верхушка вмятины. Вот сейчас сделаем тестик. Сделал их из пластика, он такой вот упругий. Я не стал покупать на Алиэкспрессе, хотя там в пределах 200 с чем-то рублей. Но у меня такой пластик был, он такой жестковатый слегка. Вот и попробуем, какая будет разница. Все тут же у нас экспонат учебно-тренировочный. Уже, конечно, тут подуставший. Вот. Ну, более-менее для тестов пойдет. Я тренируюсь на этом крыле. Вот. Поднимаю, забиваю. Это такие каждодневные тренировочки для того, чтобы наращивать, так сказать, опыт работы с вмятинами. Это тренировки каждодневные, они нужны и важны. Ну что, поехали. Первый экземпляр я просто приклеиваю. Секунд там 30-40 выдерживаю. И первый раз я буду выдергивать просто. Вот таким образом. Второй раз рядышком будем выдергивать при помощи вот такой прокладочки. Ну, в принципе, клей уже подзамерз. Выдергиваем. Вот такие вот накладочки пластиковые на Алиэкспрессе. Стоит она там грубо 250 рублей. 6,76 доставка. Смешно. 7 рублей за доставку. Вот юмористы китайцы. Вот, ну и решил я вот так попробовать. Посмотрим, что получится. Посмотрим. Вот она как раз выдернулась. У нас вот такая шишечка. Чуть пониже поставлю, чтобы виднее было. Вот она видна. И сейчас рядышком, теперь уже через вот эту красоту, попробуем подергаться. Удачно я сделал. Отверстие здесь маленькое. Вот под вот эту, вот под этот грибочек. И сама вот эта головочка, за которую тянут, она не проходит в отверстие. Ну ничего. Как говорится, первый ком блином или блин комом, как правильно. Ну, посмотрим, что получится. Вот, грибочек чуть подзамерз. Сейчас поставим, попробуем подергаться. Одной рукой, конечно, это неудобно делать, но тем не менее. Что-то он прям легко отошел. Походу ничего не получилось, как-то он выдернулся легко. Ну да, практически ничего нету. Попробуем, я просто теперь возьму вот через такую прокладочку, сделаю первый блин комом получился. Откладываем неудачно. Ну, так будет более правильно, когда можно отверстие побольше, можно сделать как бы просто накладываем потом. И при помощи, вот, по идее, лапки упираются сюда. Вот, и меньше металла выходит наверх. Ну, посмотрим сейчас, что получится. Пытка номер два. Смотрим, что у нас получается. В данном случае получилось, что шишечка намного меньше выдернулась. Вот она видна. Вот.
Первая у нас, и вот вторая. Ну, сейчас попробуем еще на вот таких вот грибочках, как она будет тянуть. Приклеился грибочек. Сейчас сразу накладку вот так ложим. Поглядим, что получится. Ну что ж, клей замерз уже. Пробуем, что у нас получится. Отрыв. Видим мы такую шишку. И теперь все то же самое рядом делаем, но уже без вот такой прокола. Надо экспериментировать. Теперь берем, поджимаем и выдергиваем. Так, смотрим, что у нас получилось. В принципе, особой разницы я так визуально не вижу. Выдернулось, ну, чуть больше. Вот и все. Особо сказать тут, что хорошо или плохо, я не сказал бы. Практически то же самое. Так что не знаю, для чего эти прокладки годные. Еще раз попробую. Посмотрим, что получится. Так, надо подтянуть чуть-чуть. У разных грибков клеевых разная высота вот этих ножек, за которые тянет мини-лифтер. Ух ты! Приклеился прям хорошо. Не оторвешь. Так. Вот, что мы видим. Вот такой шишмарь. И теперь все то же самое рядышком. Через вот эту красоту будем делать. Вот она наша шишка предыдущая. Накрываем. Пусть чуть замерзнет. И потом выдернем. Так, чуть-чуть ослабим винтик. Обуваем. Э, господи, как неудобно одной рукой это все делать. И снимать. Вот. И потихоньку отстреливаем. Отошел. Прям клея я не пожалел. Ну что сказать. Особо разницы я, честно говоря, не вижу. То меньше, то больше. В принципе, я, честно говоря, не понял этой всей задумки. Вот. Хорошо, что не стал покупать. Изготовление такой фигни занимает там 20 минут, 15. Нарезать, просверлить. Но, честно говоря, не вижу особого смысла в покупке таких вот приблудочек. Так что вот такой небольшой тест. Не все стоит покупать, то, что там рекламируют и продают. Вот такое мое мнение получилось.